Отвечает за улыбки, за мимику, за каждый лицевой нерв. Владимир Иванович Демьянов – челюстно-лицевой хирург Перхушковской больницы, один из лучших врачей в этой области. Говорит, помогать людям мечтал с детства. Я профессионально длится уже 45 лет, 46 год. Началось с того, что я в детстве болел и понял, что медицина – это великое дело. Я решил стать врачом для того, чтобы помогать, как мне помогали, так и я. Вот 45 лет я уже помогаю. Годы пролетели, как один день. Флегмоны, абсцессы, опухоли, травмы, операции за операциями. Желание помогать стало образом жизни. Я начинал на Северном флоте, потом Центральный госпиталь ракетных войск, потом уже 20 лет работаю в Перхушковской больнице. Отделение через свою хирургию. Вспоминает, что в молодости было больше бесстрашия и смелости. Теперь каждому случаю подход более взвешенный с анализом последствий. Каждая операция индивидуальна. Ее исход, как и любое лечение, зависит от слаженной работы коллектива. Мы работаем здесь благодаря тому, что здесь у нас очень хорошая, сильная коллектив и бригада. Наш коллектив через свою хирургию, и старшей сестрой Румы Искаковны, перевязочной сестрой Галины Анатольевны. Это лучшие сестры, которые есть в больнице. А коллектив тянется за лидером, говорит Владимир Иванович. В отделение привозят больных из 8 районов Московской области. Это более 2000 пациентов в год и самые сложные операции. Оперируем, конечно, в основном это не отложка, это травмы челюстно-лицевого скелета любой сложности. Нижняя челюсть, верхняя челюсть, орбиты немногие оперируют. Владимир Демьянов воспитал уже не одно поколение преемников, но главной своей победой считает большую дружную семью. Говорит, у меня 4 сыночка и лапочка-дочка. И именно она подхватила дело отца, стала успешным челюстно-лицевым хирургом, который работает в том же подразделении Одинцовской областной больницы и продолжателем славной династии врачей Демьяновых. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».